чужих движется. Движется? Куда он движется? Вверх. Ну, в общем, ребят, как-то вот так вот. Я вас всех приветствую, вот так вот в конце этого видосика получается. Наконец-то я победил этот XCOM, он больше не зависает. А дело было просто в одной маленькой галочке под названием вертикальная синхронизация. Ну, в общем, наш счет победный. Игру мы прошли, мы победили на обычном уровне сложности. Общий счет 10 тысяч, не знаю. 262 дня нам понадобилось в игре, чтобы победить. 49 сражений мы выиграли, одно просрали. Красивая цифра, 583 пришельца мы загасили. Бойцов потеряли почти 20. Вот прям на донышке. Стран в проекте 13, а мы потеряли сколько там, 2 или... А, вот 3 страны потеряли. Это грустно. Не беда. До зачистки базы пришельцев 207 дней, до находки устройства эфиралов 240 дней и до первого псионика 242 дня. Такие вот наши показатели. Ну, тут в принципе, можете потом на паузе посмотреть, что у нас здесь было. 4 грамма боя мы построили, до первого грамма боя 165 дней, хотя можно было бы, наверное, и быстрее, но я думаю, гуру XCOM'а, прям такие лютые гуру, которые прям эту игру знают вдоль и поперек, сделали бы все быстрее определенно. Но я не такой гуру, чтобы проходить его прям так люто быстро, и не всех тонкостей игры это и знаю, потому что, скажем так, я прям не такой true игрок в XCOM. И финальные титры. Но финальные титры нас уже, я так думаю, не интересуют, в принципе, поэтому просто нажимаю кнопочку назад, и нас выкидывает в меню. Ребят, вот такой вот XCOM-чик. Теперь оно официально и точно добавлено в копилку наших пройденных игр, ребят. А я, как всегда, всех, кто был на стримах, спасибо, что были на стримах. Вот этот видосик для тех, кто ожидал финальный кинчик. Серёга, кинчик в нашей игре. Анонсируй да, но... новую игру. Давай, не смотри так на меня. Тут, короче, просят анонс новой игры. Ребят, ждите XCOM 2. Скоро он у нас будет XCOM 2. Вот когда, я не знаю, обязательно оставляйте свои комментарии, ребята. Не забывайте об этом, ведь это очень помогает всем нам и нашему каналу, ребят, потому что он не мой, а именно наш, потому что вы все мои друзья, а я ваш друг буду постоянный, ребят. Не забывайте подписываться, жмакать на колокольчик, оставлять комменты, повторяюсь, да ну и насрать, в принципе, можно. XCOM, Enemy Within, успешно пройден. До новых встреч, ребят, пока-пока.